рождения, сестренка. Самый добрый, самый надежный, самый славный, близкий человек. Такой сестры чудесной больше нет. Ты даришь только радость мне и свет. Будь счастлива в любое время года и наслаждайся жизнью каждый день. С днем рождения, сестреночка дорогая. Я желаю, чтоб сумела к счастью ты найти всегда ключики, чтобы принц или король к тебе примчался на мустанге белом, чтобы он тебя, сестричка, сделал королевой. Пожелаю день рождения жизни сладкой, как варенье, ну а можно как сгущенка, лишь бы счастлива ты была, моя сестренка, чтоб сияла, что всегда цвела. С днем рождения, любимая моя. Здоровья, радости и смеха. Шквал оваций, комплиментов тебе, милая сестренка. Будь всегда уверенной богиней, воплощай свои мечты. Я очень горжусь тобой. Улыбайся и всегда цвети. И смотри, не унывай. Люблю тебя очень. Ты для меня, сестренка, лучшая, любимая всегда. Тебе я много радости желаю. Ты самый лучший человек на свете. Я тебя люблю. С праздничком тебя. С днем рождения, дорогая. Самый загадочный, всеми любимый, веселый. Будь очень-очень веселый, самый счастливый. Любимый и нежный, и самый везучий. Будь самый внимательный, привлекательный. Простой, обаятельный и неповторимый. И главное, добрый и строгий, и слабый и сильный. Желаю тебе много любви и много ласки, чтобы мечты сбывались, как в сказке. Чтобы не было в жизни ненасти. Желаю большого-большого успеха. Будь смелый, веселый, здоровый. Будь красивой, стильной, модной. Независимый и гордый. Умный, добрый, современный и счастливый непременно. Ты самая лучшая. Мы тебя любим. С днем рождения! Международный танца день поет нам радостно копеек о том, что к нам пришла весна, о том, что счастье жизнь полна. В день танца с любовью особой хочется поздравить вас и пожелать вам, чтобы вы долго радовали нас. Ведь в танце ваша жизнь и сила пусть не кончается, такой для сердца милый ваш танец никогда. Дело танца очень непростое. Я сегодня цветы тебе купил и танцевать хочу лишь с тобою. Желаю счастья всем танцорам, грации и вечно веселого задора. Пусть каждый па и каждое движение лишь добавляет много вдохновения. Пусть поражают все ваши движения. Вам пожелаем в этот день здоровья и везения, успехов и удачи в творческих делах. Желаем любви, признания, объятий, искренних и нежных теплых слов, а также исполнения желаний во всем. Главное, чтобы ножки ваши никогда не уставали, и жизнь была овацией полна. И, конечно, аплодисментов. Вам все стоя аплодируют, потому что вы самый лучший, самый красивый в мире человек. Женщины, девчат, вас поздравить очень рада. Пожелать хочу я страстно вам карьеры и богатства. Ездить, чтоб на Бентли только, и не знать проблем нисколько. С праздником вас, дорогие, с днем 8 марта. Счастья вам хорошее, милые, пригожие, добрые красавицы. Вам желаем нравиться. Мужики пусть любят вас, в рестораны водят. И, конечно, в ЗАГС. Международный женский день стоит пожелать только обильного мужского внимания. Уж я-то знаю, что для настоящей женщины это самый лучший и роскошный подарок. С праздником! Гуляйте на всю катушку, потому что вы самая лучшая, самая любимая, самая красивая. С праздничком вас!
Желаю день за днем быть счастливее и ярче, словно солнышко за окном. Желаю я здоровья, много смеха и тепла, чтобы родные были рядом. И, конечно же, много-много добра. Пусть деньжат будет побольше, путешествий и любви, чашу полной заботы, мира, света, красоты. Поздравляю с днем рождения, пусть жизнь дарит тебе побольше ярких моментов, и сбудутся все-все-все твои самые смелые и заветные желания. Желаю, чтобы в твоем доме всегда царили счастье и понимание, и пусть тебя окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые родные люди. С днем рождения! Ты самый лучший человек! Быстротечно время и не вечна грусть. Верь, настанет день, и я к тебе вернусь. Все мои пути ведут к тебе одной. В сердце ты всегда рядом со мной. Прекрасным утром вас поздравляю. Желаю вам всего хорошего-хорошего. И хочу рассказать и поделиться с вами, что же выдал мне сегодня медвежонок. В первом классе он, учительница дает задание назвать и описать самую ценную вещь, которая известна ученикам. Так мой медвежонок рассказывает. Встал заяц и говорит про папину машину. Лиса, мамина бриллиантовое колье. Встал волк и говорит. Месячные. Учительница стояла и чуть не упала. Волк, да ты что говоришь? Ты хоть знаешь, что это такое? А волк отвечает. Что это такое? Я не знаю, но уверен, что это очень ценное-ценное, потому что когда сегодня утром моя старшая сестра объявила, что у нее пропала и задержка, мама упала в обморок, папа хватил инфаркт, а сосед вообще застрелился. Мало того, жена рассказывает, пришла вся в панике и говорит, еду в метро, час пик, все едут такие спрессованные, прижались друг к другу. Ну и я стала возмущаться, что за хамство. Рядом стоял молодой человек, отодвинься от меня, пожалуйста. Девушка, ну что вы, успокойтесь. Это не то, что вы думаете, я сегодня получку получил. Это деньги свертки в карман. Приехали еще несколько станций. Вдруг я говорю, молодой человек, только не говорите мне, что после Киевской вам прибавили зарплату. Смешно, весело, что провели целый день. С добрым утром и хорошим днем. Праздничком, с красивым днем рождения. Нет, я сегодня банальных пожеланий говорить не буду, потому что ты самая лучшая. Желаю оставаться тебе самой любимой, самой красивой, простой, обаятельной, неповторимой и самой внимательной. И доброй, и строгой, и слабой, и сильной. Пусть сбывается все, что ты хочешь сама. Любви тебе, конечно, веры, надежды и добра, удачи, счастья. С днем рождения, милая. Эмоции, радости не счесть. Пусть классным будет настроение. Весь день пусть будет твоя честь. Ты ведь такая деловая, элегантная, крутая. С днем рождения, красотуля. Будь всегда такой лапулей. Чаще смейся, улыбайся. Отдыхай всегда со вкусом. Будь с каждым годом все красивей. Все прекрасней и милей. Желаю быть счастливой. Жизнь тут будет веселей. Ты самая лучшая, мы тебя любим. С днем рождения тебя. Поздравляю всех с праздничком весенним. День Навруз, Наурыз, что означает новый день, конец зимы. В этот день дают почтение солнцу, свету и огню. Пожелаем вдохновения и чудес к святому дню. Мы пожмем ладонь друг другу, песню весны над всем столом. Позади остались вьюги, с Новым годом, с новым днем. Пришел Навруз, и все цветет, цветет. Пусть угощение будет вдоволь, пусть мир к вам в дом идет. Мы к празднику уже готовы. Поздравления с праздником, Навруз. Желаем всем счастья, любви, добра. Пусть все хорошее придет. Навруз нас точно не покинет. Встречайте этот Новый год. С Новым годом, с новым днем, с новой весной. Пришел Навруз, и все цветет. Вы самый лучший человек. С праздником вас! Ой, столько новостей сегодня, 1 апреля. Ой, колобок повесился, русалка села на шпагат. А у Китая вообще яйца нашли. Да еще и Буратино утонул, что делается?
Еду я сегодня в автобусе. Пьяный мужик пробирается прямо по ногам. Как не стыдно с утра нажраться? А он повернулся и говорит: «А что, я на работу не жравши должен идти?» Но это ладно. Второй командировочный стоит и говорит: «Пришел в гостиницу, а там все места заняты, кроме одного в двухместном номере». Его, конечно, предупредили, что свободно там одно место и что там сосед громко храпит, и никто там не может уснуть. Я согласился, поскольку выбора все равно нет. Утром выхожу свежий, отдохнувший, и все начали спрашивать: «Как вам удалось выспаться при таком храпуне?» Я и рассказал. Зашел в номер, он храпит. Я подошел, поцеловал его в щечку и сказал: «Спокойной ночи, противный». Он проснулся и не только не храпел, даже и глаз не сомкнул. Вот поэтому я спал. Удачи вам, вы все самые лучшие. Самая милая, самая добрая, поздравляю с праздником, с Днем Медсестры. Твой праздник, ну что ж, веселись и шути. Но не забывай про работу свою, должна медсестра быть всегда на посту. Светлым ангелом ты ходишь по палатам, отступают и страхи, и боль. Ни за премии, ни за зарплату пациентам ты даришь любовь. От души тебе желаю никогда не унывать, быть активной, улыбаться, находить, а не терять. И за все твои старания, теплоту и доброту, дай тебя, моя дорогая, я сегодня обниму и поцелую. Ты нам даришь тепло и участие, и с улыбкой на губах возвращаешь здоровье и счастье. Все в умелых твоих руках. Счастье пусть не оставит твой дом. И сегодня пусть каждый поздравит ту, что мир наполняет добром. Ты самая лучшая медсестра, ты самый лучший человек. С праздником тебя!